А где размен был? Где-то в лесу там, да? А, где Серега обычно чекает. Все, понял. Саня, ты поставил мину, нет? Нет, сейчас открывай дверь здесь. Саня отошел на ребут в этот, в кирпичку. Я внутри, короче, штаба, если что. Все, я тебя вижу. Блять, ебаный в рот, там уже мина стоит. Ты взорвался? Да. Погнал я на СЗ. А вот здесь дробовик можно найти. Попробовать того хрена сбегать, может завалить. Который там стреляет сейчас. О! Ну это прям все. Там сам... это спа. Вам? Динамик забежал. Потом, о, куда он пробежал-то? Да похуй! Пойдем, сольемся. Че за сервер? Ой, что-то у тебя голос какой-то не такой. Да только проснулся минут назад. О боже. Ох, попал в него. Рау, чем там? Привет, привет. Ты стримишь? Сейчас. Да. Слева чувак сидит в ёлке, целит тебя! Попал в него. Не вижу его. Он лег в деревьях. Вот эта гора снайперская, прям первой ёлки. Хожу в спину. За деревом лежит, меня целит. Я его флангую. Побежал, побежал. Входит. Убил. Хорош. Вот это, по-моему, он был. Карабин здесь, короче, у него с оптикой. А, вот, я говорю карабин. Но я беру, что длинный. Вот, тут бабки есть, с бабки есть куда забрать. Ну да, две уже наверху закрыта крыша, значит, он там. На крыше, да, скорее всего, да. Он стрелял с мосинки или что-то такое, блядь, короче, какая-то да, снайперка. Да, 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 да. Он на втором. Вижу, блядь. Вышел и зашел, только что слева выходил от меня. Наверху на самом, на крыше он был. Убил его в голову. Хорош. Захожу. Испу поставили, главное, новую, и никто вообще в ней не ходит. Да, а раньше я помню, где спать было, блядь, самое любимое место. Самое топовое место было. Не знаю, раньше аэропорт какой-то был более населенный людьми. Сейчас просто он больше, и сейчас труднее вычислить, грубо говоря, эти народ. Я в по этих... Ты где? Я в тюрьме стою. Вот, вот ты сейчас стоишь под елками возле куста, да? Нет, я бегу сейчас, я не стою. Да, понятно, понятно. Он стоит, короче, я вижу его. Но я не попаду отсюда, это бессмысленно. А сориентируй меня где? Над палатками прям? Да, он сейчас вниз спускается, гилик. А вижу, вижу, вижу. Спустился. Сань, стреляй по нему. Я его не вижу, он в палаточном. Я уже спугнул, уже попал по нему. Он в палаточном бегает, подожди, или зомби бегает. Я сейчас только на бункер захожу. Бля, он прям там бегает. Сука! Не могу попасть в него.
как обосранный бегает там. Так, бежит всё. Опять в сторону самолета бежит. По палаткам. Бля, прям на меня идет. Вижу, вижу его, он идет к этому бункеру, походу. Да, он к этому. Двухэтажки идет. Саня, он... работай по нему. Я не вижу его. Опять бежит. Ты по нему? Да, он, сука, пидор мансует, как падла. Попал. Хорош. Тебе уходит. Я не вижу его, потерял. Я не попал в него. Вот он лег. Вижу, вижу, вижу в деревьях. А, каких? Убил. Убил, все, да, вижу. Он крался, пиздец. Вулкан какой-то, блять. Не вижу. Вот, вот теперь чуть еще возьми, проверь. Да, нашел. Че, пошли лопатина чекать? Я-то да, со стороны лопатин стрелял ОБМ. А может быть это вообще милитари? Ты, Миш, там не слышал нигде выстрелы? Нет, у меня нет, у меня только челик тут бегает. Понятно, блядь. Значит это где-то со стороны лопатин выбора. Но расстояние очень далеко, далеко, где-то метров 800. Нет, Сань, это было гораздо ближе, вот как я сейчас. Не-не-не. Выстрел был далеко. Блять, я тебя чекаю, думал, то он уже на меня выходит в упор. Вон они вверх поднимаются. А, вижу, вижу, вижу. Ага. Бля, их пятеро! Давай пятеро. В спину будем заходить к ним. Бля, думал, то ты чуть я не ебнул, Саня. Думал, то они типа, блядь, когда тебя увидел. Они как в поле будут выходить, надо их там отрабатывать. Вот они к полю сейчас подошли. Хорошо, я понял. Пошли по полю. Вижу. Готов хуячь? Давай. Сука. Что, надо, блядь? Уходить. Надо уходить. Да в пизду, это конченая игра, блядь. Я стреляю, блядь. Нет, я стреляю, просто все в елку попадал, блядь. Ты по лесу пошел или как ты пошел? Я по лесу сюда иду. Сейчас вот день внизу КПП идет, дорога асфальтная, к ней подбегаю. Ага. Это ты? Да-да-да. Нет, я ты... пугиля. Ну? Нет. С лопатой. Нет, какой пизду? Ебать. А он стоит, блядь. Меня смотрит! Лопаты! Я говорю, я фулгили, ты говоришь. А он тоже фулгили! Я, наверное, сейчас так же сделаю, только флангану справа обойду, ближе к самолету, перейду на ту сторону, потому что я не знаю, гелика я не могу вычислить, его хуй найдешь. Я ты тебя... будешь перебегать, они тебя увидят, блядь, Саня. А я ближе к самолету буду. Так перебегать. Они ближе к самолету и ушли. Да, сейчас Сереге сюда не хватает еще одного слова. Миша, ты там чё? Радиовышку пробегает. Я, если что, в гилике, короче. Ты стоишь в ёлке сейчас. Нет, 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 я бегу. Убивай. Ты тоже ещё один? Минус. Хорош. Я понял, откуда ты стрелял. Ты ещё с той стороны от дороги стрелял, да? Да. Отходи. Ты стрельнул по лесу, где над палатками? Почти. Все, понял. Значит, я их видел 100% там. Блять, носится там, я вижу. Я, короче, видно, перебегаю, рискнул ближе к этому палаточному, где тут над блиндажом лес есть. Угу. Оттуда буду, попробую, не знаю, рискнул. Могут сейчас въебать, конечно. Вижу, вижу, бегает все там же. Он как палатки чекает, блядь. Попал. Красавчик. Положил его, по-моему. Красавчик. А мог лечь. Но я сзади тебя, грубо говоря. Он ближе был, короче, к аллее. К аллее. Ты, наверное, его положил. По дороге бежит с этого леса на меня. Да ты бежишь? Нет, я в лесу. Он в этот... Вижу. Попал, нет? Нет. Отходи. Убил. Лучший просто. Он вообще начал стрелять куда-то вперед, я сзади него стою. Сейчас пугу, да? Да, он походу просто начал гасить вперед, блядь.
Так, еще осталось, короче, получается, двое. Один или двое? Двое должно быть. Двое. Один, которого я стрелял, он не умер. Он живой. Он просто лег на пузо, но он не откинулся назад. И один, который стрелял по тебе с той стороны. Я он понял, я через палаточно обратно перебегаю. Понял. Что на той части, и он... У меня в упоре тело! Убил. Все. Это он? Нет, это был Нигиле. Я подбегаю. Ну, похож на того чувака, который это я. Он в упоре на меня убежал. Баба выстрел. Сойди. Пушителя. Ну, калаш, наверное, мой забрал. Но он уже убежал, наверное, пока ты на картах ходишь. Вижу тебя, валяюсь в труту. Мой калаш лежит. Раскидал. Где-то здесь, Сань. Я раскидал. Убил. Ты убил его? Да. Хорош. У него сега? Не знаю, пока отхожу. Черный сет какой-то такой был. Да, черный сет. Ой, я смотрю это, ты просто лучший, блядь. Просто машина, ебать. Я в него тайку, в среднюю. Отсюда воду чекать. Ее чекни только всю, блядь. Ну. Да, тут зомби очень много. Убитых. Отходи. Так этот бегает. И, блядь, сука. Да, меня убили. Где? В Нилтайке тело? Да, в Нилтайке, средняя. Пиздец. Они, короче, расселись там везде. Тип подбегает к Нилтайке, еще один. Со стороны КПП подбежал. Он стоит на месте. Убивай, пробуй. Забежал в Нилтайку. Вот что? У меня то же самое, да? Зависает. Не пизда. Его убили. Да, его убили. Короче, рассказываю. Подбежал ко мне чувак, хуячит меня кулаками, я в него разрываю, блядь, весь свой боекомплект, ему похуй, он краточит как сука, он меня убивает кулаками. Был именно была анимация ударов кулаков. Причем, я только что чекнул-то угол, но углу никого не было. И тут же он меня убивает. Вот я сейчас смотрю твой стрим, ты стоишь справа от тебя, тупцы. Я у тебя так должен Что, блядь? У нас еще один. Бля, сейчас на них вылечу просто тупо, я прям знаю, но... Ты меня можешь раскидать? Как я тебя могу раскидать, если я вообще... Я только на милитаре зашел, одного убил, отбежал. Там их, они как эти муравьи забежали. Я еще в одного попал. Он не умер. Я не знаю, может, ванкунсь упал в итоге. И сейчас еще одного чувака слил с желтыми этими возле дороги главной. Он, скорее всего, не один. Что, блядь? Как так-то-то?
Да ебал я в рот эту игру нахуй. Ну забору нахуй нами бетонный, блять. На подходить чувакам в упор вообще нет смысла в этой игре, ебать. Какая хуйня происходит, ебал в рот, я больше ни к одному не подойду. Справа за красную табличку UI Living Save. Тише, все, тише. Да, убил его тоже. Ты умер? Нет, я убил уже троих. Угу. Там АВМ, М-ка. Это еще там. Видели? Не, ничего не... Тут и шлем с ПНВ. Там это шлем одень, это с ПНВ. Перед нами челики двое. Блять! Вот так. Да-да-да-да. Положили в ПНВ, да? Вижу еще одного, уходит в ближе к краю. Одного положил, все. Положил еще одного. А что случилось-то? В желтой повязке. Добейте кто-то, патронов нету, Сань, добей. Да я стреляю, у меня. Один на поле. У меня вообще ничего. А, это он! Помогите, блядь, у меня, блядь, стой. Ну, есть кто-нибудь? Это я, Сань. Сань, ты сзади меня. Блядь, я думал, это ты бежишь. Я не знаю, я стрелял холостымика, походу, блядь. Он живой. Ты где, Миш? Я у меня умер. У тебя оружие что? Было? Да, но у меня патроны закончились. Ну, не пизда. Я не могу перезарядиться. Я не могу перезарядиться. Это я, Сань. Я понял. Еще один живой, с желтой повязкой. Блядь, что происходит с этой игрой? Слева входит, Сань, по полю! Убил! Пистолет его положил! Ух, все, молодец. Сань, добей! Чем-нибудь, ебать, кулаками запиздь его! Кулаками хуясь! Все, 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 все. Ну в смысле, все, добей, у меня патроны кончились. Да я выстрелил в него уже. Пизда, меня заруинили всего. Я короче, релогаю. Я релогаю, перезахожу в игру. Я бинтую себе кровоточку. А вы челика на поле убили, который... Да, убили его последним, убили, блядь. Дед, я столько высадил в тебя. Я просто не видел, он когда лежал в поле, я по нему начал стрелять, просто я зажимаю, а я не вижу, как пули до него долетают, вообще не долетают. Ты про вот этого лежачего? Да. Говоришь? Я в него тоже стрелял, а почему-то не попадал. Я появился, не знаю, только не убей меня. А, да заебись, я... у меня уже КМ в руках. И мне показывают, что у меня барабан целый, нахуй. Это, короче, я понял, это новый баг. Ты стреляешь у себя на экране, а у чувака ты не стреляешь. И ты перезалетел, у тебя фуловый АКМ, и все. Да пиздец. Да я вижу, что кровотечение у меня срать не открыто. Бред. Понял фишку, нет? Какой? Да, я понял, понял. Вот я говорю, я весь барабан в него разъебал в упор, а он живет. Я думаю, что за хуйня? Как так-то, я сейчас... Они у дуба бегают. Видишь их? Нет, мне кусты закрывают. А. Можешь стрельнуть отсюда попробовать? Нет. Сокоха? Подожди, они сюда что ли бегут? Я не вижу их больше. Я видел, как они пробегают. Знали, мне теперь мешает куст. Да их трое там, ёб твою мать. Это же сюда идут? Они сюда вроде смотрели, как я понимаю. Салема положил одного. Понял. Говори, когда будешь стрелять в следующий раз. Саня, Саня, Соник, он просто ровно бежал. Так, понял. На воду спустились куда-то, да? Да, на воде. Я проебал, я не вижу. Вижу, ползет. Дал ему, положил минус. Его. Или ты убил его, я не пойму. Охуй. Еще один остался.
Он точно минус? Да-да-да, он минус. Не в анканшине? Нет. Мы вдвоем попали, может быть, похуй, короче, он валяется. Еще один остался. Понял. Этот дебил начал выползать в поле, блядь. То ли они, походу, не понимали, откуда стреляют, что ли? Не знаю, чисто. Ух ты! Куда он стреляет? Он по тебе или по куда? Не знаю, по тебе, походу. Не, он куда попал, куда попало лупит. Он просто специально так стреляет. Кстати, я по ручью иду к нему, на стрельбу. Давай. А, вижу, сидит возле дерева. Дал ему тычку. Да, возле дерева, Сань, видишь? Да я через куст стрелял, блядь. Уходит. По воде уходит. Куст сейчас. Блядь, выделились. Блядь, попал по нему, он ушел. Попал, все убил. Хорош! Он в отметку мне стрелял, блядь. Нам тело бежит по полю. По полю со стороны милит кабанина. По чистому полю бежит. Алло. Готовы работать по нему? Вон он подходит. Да. Блять. Да ёпта, что прикол ко мне? Отходи. Попал. Уходит. Убил. Хорош. Нет. Я бы не пошел бы. Так. Вижу тело. За беттером, возле КПП. У КПП? Да. Понял. Сзади беттера прям? Кто да? Подбегает сзади с разлома? Я от разлома. Да, понял. Я узнаешь, что кстати. Я просто там слышал. Да, за беттером. У КПП уже, по-моему, нет? Нет, где-то вон вот торчит да. Башка его. Башку дал ему. Хорош. Минус? Шот. Да, минус. Красавчик. Короче, либо, блядь, байтить, ну я не знаю, правда, на рилях сколько их тут, блядь. Можно было попробовать сперва бы... Сзади тюрьмы бегает тело! Сзади тюрьмы! Я обошел к деревянному сараю, он прям сзади... Это, наверное, тот хрен, который этот... Которого ты попал в кустах. Да. А как его ёбнуть? Я могу попробовать со стороны КПП зайти. Давай попробуем. Он как дебил просто бегает, сзади мечется, сзади тюрьмы. Вижу. Он сует как падла. На меня бежит, Саня. Готов по нему работать? Он спереди что-то теперь? Да, он спереди побежал. Попал убил. Его, пиздец. Нет, не убил. Он лег. Лежит, меня целит. Сань, тебе спиной лежит. Бля, тут еще одно тело возле тюрьмы. У меня сейчас будет... Он был... Идет на размен. Сука. Иду. Убил. Хорош. Отступай. Хожу. Я не вижу, куда отступаю. Ну, обоих это тема была. Ага. Этот дебил сейчас смотрел на меня, потом развернулся на тебя, и пока он развернулся на тебя, я его ебнул.